Так, значит, мы дошли до последней темы. Я еще раз напоминаю, что одна из задач этого курса состоит в том, что дать какое-то хотя бы нулевое астрономическое образование, потому что на физтехе нет вообще никакого астрономического образования. С другой стороны, без совсем каких-то нулевых вещей заниматься астрофизикой невозможно. И вот частично этот курс, который, я помню, первая часть называется «Гравитация астрофизика», а вторая часть называется «Квантовая механика астрофизика». На самом деле она нацелена на астрофизические задачи. И мы увидим, что квантовая механика там используется в самых неожиданных случаях. Напомню то, с чего мы начинали, что астрофизика вообще началась с того, как физика, а именно квантовая механика, а именно спектроскопия, пришла в астрономию. И поэтому до сих пор есть забавные вещи, потому что, естественно, астрономия начиналась с оптической. Оптическая наблюдает нагретые тела звезды. И когда начала развиваться радиоастрономия, то думали, что тоже будут наблюдать какие-то нагретые тела, звезды, и поэтому до сих пор, хотя это абсолютно неправильно, в радиоастрономии используется термин «яркостная температура». Хотя никакого отношения это не имеет к температуре, потому что что это означает? Вот мы помним, у нас есть, ну, конечно, в логарифмической здесь частота, а здесь интенсивность. И вот планковский спектр ведет себя вот таким вот образом. И поэтому, если мы находимся в релей Тейлоровской области, то я по одной точке могу восстановить температуру. Понятно, да? Поэтому меры интенсивности на данной частоте является температурой. Так, ну, вот яркостная температура, так. Но есть источники, у которых вот точка лежит так, но на самом деле спектр вот такой, условно говоря. Но тем не менее, тут говорится, яркостная температура 10 в 20 градусов. Все быть не может. Сейчас, одну секунду. Значит, это означает то, что вот вписывается вот такая кривая. Нет, ну, по одной простой причине. Значит, радиоизлучение обычно, у него спектр падающий, вот такой вот. А здесь мы вообще ничего не видим. Здесь атмосфера не пропускает, здесь атмосфера тоже не пропускает. Да еще спектр вот такой вот падающий. Вот. Поэтому реальная энергия там очень маленькая сидит. Это же логарифмически. Тут, скажем, 10 порядков. Но видят вот эту точку, вписывают в нее планковский спектр и говорят, на этой частоте яркостная температура такая. Хотя смысла в этом никаком нет. Но это до сих пор используется. Понятно? Да? Вот. Ну вот еще один важнейший шаг был сделан больше уже 100 лет назад, когда Гершвинг и Рассел решили чего-нибудь отклассифицировать, и они построили диаграмму, которая называется цвет-светимость или диаграмма Гершвинга Рассела. Значит, вот давайте подробно разберемся, что по осям, потому что это очень интересный исторический момент. Значит, по вертикали светимость. В чем можно откладывать светимость? Понятно, ну, понятно тоже, что это опять все дважды логарифмический масштаб. Вот эта картинка мне очень нравится, потому что здесь все фактически обозначения осей есть. Значит, по вертикали, понятно, удобно в светимости Солнца.
И по левой стороне здесь просто светимости Солнца, видите, от одной десятитысячной до 100 000. Вот. Но в астрономии, как известно, используются звездные величины. И вот это вот нулевое такое знание про нее. Удивительные свойства человеческого сознания, что воспринимаются логарифмически. Звук, цвет, поэтому звук в децибелах. Относительные интенсивности. И это еще вот от, чуть ли не от Птолемея пошло. Он разделил все видимые звезды там на 5-6 классов, а потом оказалось, что он действительно вот примерно логарифмически их расположил. Определение точное. 5 звездных величин – это в 100 раз отношение светимости. Поэтому здесь 2,5 – это точное число. При этом, видите, М2 минус М1, поэтому чем ярче звезда, а это потоки, R через квадратный сантиметр в секунду, да, потоки, тем, чем ярче, тем звездная величина меньше. Человеческий глаз видит примерно до 6, Солнце где-то минус 27, Луна 26, вот один. И есть абсолютная звездная величина, которая уже говорит о реальной светимости R в секунду. И это значит, абсолютная звездная величина – это такая относительная звездная величина, если бы я отнес эту звезду на расстояние 10 парсеков. Определение. И она обозначается большой буквой. И поэтому связь вот такая. Значит, если D равно 10 D0, логарифм десятки, логарифм единицы будет 0, и m большой будет равно m. Получается так. Значит, забавность состоит в том, что в этой науке есть еще одно число, которое примерно есть 2,5. Это есть отношение двух светимостей, когда у вас звездные величины отличаются на единицу. Тогда это корень 5 степени из 100. На двойку отличается корень. Сейчас, как это? Это значит 100 в степени 1/5. Да? Отношение двойка 100 в степени 2/5. Разность двух звездных величин тройка. Отношение интенсивности 10 в степени 3/5. Понятно, да? Когда будет 2, то это будет 2 порядка, то это будет 5 звездных величин. Поэтому, возвращаясь обратно, вот здесь вот, по правой уже написаны абсолютные звездные величины. Здесь мы разобрались. Понятно, светимость. Одна из другой основных характеристик. А это было более-менее ясно, и здесь никакой особенности идеи не было. Вот удивительная вещь состояла в том, что можно было написать и вторую ось горизонтальную, и это будет вот цвет. И давайте сейчас сразу вот увидим, что на этой диаграмме есть разные области, где, собственно, звезды находятся. Самое главное, она так и называется, главная последовательность. Вот она пошла. Где моя палка? Вот. Вот главная последовательность. Оказалось, что большинство звезд находятся там. Значит, гиганты. Здесь все просто. Значит, по сравнению вот с этими звездами, у них светимость больше, потому что размер больше. Никто не отменял формулу сигма t в четвертой на радиус в квадрате.
Понятно, да? А вот это белые карлики, у них, наоборот, размер маленький. Поэтому они находятся здесь. И мы потом вот увидим на разных картинках, давайте я здесь уже сотру, какая это на самом деле замечательная... А, да, торопиться я не буду. Но мы к этому месту обязательно придем. То есть вы видите, что уже здесь, нейтронные звезды тут не видны, конечно, черные дыры не видны, но... Вот обычные звезды, они располагаются вот именно там. Я уже говорил, что ключевым событием, которое произошло в астрономии, которое сделали из астрономии астрофизику, это спектральный анализ. Люди стали изучать спектр и увидели, что они, во-первых, с одной стороны, исключительно сложные, вон, видите, что было? Вот здесь. Вот какая красота. Я когда в школе учился, однажды взял в руки вот такой вот талмуд, который содержит только таблицы солнечных спектров, которые были уже изучены и которые были вот промерены относительно интенсивно, ну, то есть почернение в данном случае. Значит, это разные переходы, разные атомы, но вот оказалось, что с одной стороны они очень разные, а с другой, наоборот, очень похожи. И оказалось, что если, например, вот здесь вот, смотрите, вот здесь в основном водород, это вот мы потом увидим, в основном линии водорода. Ну, просто бальмеровская серия, да, лаймановская не видно, она не в оптике, а бальмеровская серия. И вот оказывается, что вот это разные звезды, это совершенно разные звезды, но если интенсивность вот этой линии к этой определенная величина, то все остальные отношения тоже такие же. То есть у звезд оказались совершенно одинаковые спектры. То есть находили звезды, у которых совершенно одинаковые спектры. И здесь это вот другая линия, здесь RH и K, вот, нет, это уже другое. Ну, вот эта линия кальция. Значит, от чего зависят какие линии? Это зависит от температуры, то есть о том, какие атомы возбуждены, какие нет, какие переходы возможны, какие нет. Понятно, да? Совершенно не значит, что здесь больше кальция, все равно больше водорода, всегда больше водорода. Но если температура большая, то там если температура, потом будем дать. Вот здесь, наверное, уже потому что все электроны оборвут. Нету просто никаких переходов. А здесь вот электрон может все-таки сидеть там на каких-то уровнях. Вот. И вот это подобие тоже привело к тому, что люди стали обозначать спектр, просто пока спектр, буквами. Ну, тут разные, значит, O, B, A, F, G, K, M, N. Значит, естественно, придумывали все эти способы, чтобы запомнить. По-английски это O, B, A, fine girl, kiss me now. А в 20-е годы по-русски было «О, Боже, Афганистан, куда мы несемся?» И изначально неправильно считалось, что это вопрос эволюции. Мы уже знали, в общем, уже ядерная физика в каком-то виде была, что сначала синтезируется водород, потом из водорода ядерными реакциями более тяжелые элементы, и предполагалось, что вот, вот эта ось соответствует времени, и вот это более ранние этапы эволюции звезд, это более поздние этапы. Поэтому до сих пор неправильно
Но сохранилась терминология ранние спектральные классы и поздние спектральные классы. Мы сейчас поймем, от чего это зависит. Значит, вот это ранние спектральные классы, а это поздние спектральные классы. И удивительная вещь состояла в том, что кроме О, Б, А и так далее, можно было даже на 10 частей поделить этот кусок. И поэтому звезды спектрального класса, вот говорится, F5, значит, где-то здесь, F9, значит, ближе к G. И вот на рубеже, по-моему, веков в Гарварде Пикеринг собрал молодых девушек, они так и называются гарвардские мисс, которые лет за 10, по-моему, за 20, все звезды классифицировали. Такая немыслимая совершенно работа. Немыслимая работа, гарвардская классификация, значит, вот они вот эту горизонталь сделали. А на их уже основе, наверное, вот Гершу Грессел, наверное. Поэтому, вернувшись сюда, мы видим, что здесь действительно цвет. Вот пошли О, Б, А, Ф и так далее. Видите? Но эта работа совершенно, конечно, немыслимая. Смотреть пластинки, сравнивать. Все я сказал? Вроде да. Все сказал. Но видите, тут уже, во-первых, есть температура, возник. Оказалось, что есть прямая связь просто, во-первых, с температурой. Это все-таки звезды, поэтому там температура вполне понятная вещь. Значит, мерится спектр. То есть это более простой способ определения спектрального класса. Значит, называется фотометрический. И еще один способ, который вот здесь тоже указан. Значит, смотрите, здесь, во-первых, спектральные классы, да? Потом температура, прямо обратите внимание, температура идет в эту сторону. Исторически, значит, от ранних к поздним спектральным классам слева направо, а температура тогда пошла в другую сторону. А последний момент состоит в следующем, что совсем простой способ в чем тонкость? Тонкость состоит в следующем. Чтобы измерить температуру, вам нужно поток там на многих частотах промерить, спектр промерить. Да? А потом вы же не знаете, вы смотрите, а может быть сейчас там цирусы какие-нибудь, поток меньше. Я уже много раз в разных местах рассказывал. Любое наблюдение на телескопе, значит, смотрится реперная звезда, про которую известно, какой у нее поток. Понятно. А потом, вы же должны знать, извините меня, расстояние точно. Понятно, да? В общем, спектр... Из спектра можно, но это трудоемко. Оказалось, совсем простой способ – цвет. Вот обратите внимание, здесь, и собственно, так называется эта диаграмма – цвет. Вот здесь вот все-таки как основная, видите, здесь основная светимость, понятно, а здесь как основная – цвет. Что такое цвет? Уж я еще застал значит, на 6-метровом зеркале, когда... Человек сидел в фокусе на морозе 30 градусов и менял пластинки. Есть стандарты фильтров. То есть, опять, любое измерение звезды фотометрическое, это есть измерение в нескольких фильтрах. А фильтр уже дает некую величину. Да, фильтр. Вот здесь вот показаны... Стандартные фильтры, это какой-то из очень старой книжки, поэтому здесь, видите, все так не очень точно. Значит, ключевые B, V, R. Ну, тут вот какие-то другие. R – это, ясно, это red.
длинные волны большие, частоты маленькие, да? Длинные волны большие, частоты маленькие. Это видимый и это голубой фильтр. То есть, по крайней мере, в нескольких фильтрах. И тогда оказалось, что прекрасным параметром, который взаимно однозначно соответствует и температуре, и спектральному классу, является разность вот в этих двух фильтрах, B и минус U, которая не зависит тут уже от того, какие цирусы, потому что это относительная величина. И там одинаково поглотилось. Ну, если поглощение, конечно, не зависит от частоты, что на самом деле не так. Но, в общем, это целая наука. Вот. Ну, я сейчас двигаюсь нормально. Не торопись. Поэтому самым простым мерилом того, что мы откладываем по горизонтальной оси, является цвет. Видите, прямо там написано B минус V, то есть blue минус visible. И вы видите, что отличие может достигать двух звездных единиц. Вот здесь вот 0, а вот здесь 2. Ну вот, а теперь следующий шаг, то я заставлю вас посчитать. Ибо это будет как неожиданно, вы увидите, совершенно школьная задача. Мы увидим, что ключевым параметром, где находится звезда, но на главной последовательности, пока давайте про главную последовательность, является, оказывается, ее масса. И все определяется массой. То есть на самом деле у вас нет движения, как думали, по главной последовательности от ранних спектральных классов до поздних спектральных классов, так, а звезда приходит, вот, как говорится, садится, это жаргон, садится на главную последовательность и живет там, пока с ней что-то не произойдет. Что произойдет, мы чуть-чуть попозже поговорим. А куда она сядет, определяется только масса. И вот это мы сейчас с помощью замечательной книжки Шкловского «Звезды рождения, жизнь и смерть» сейчас совершенно на простых формулах получим. Значит, на главной последовательности звезда есть шар в состоянии гидростатического равновесия. Значит, сила гравитации уравновешивается силой газового давления. Мы можем написать первую формулу. Можно сила, а мне всегда больше нравится энергия. Энергия гравитационная. Пишите. Нет, джинсовская масса, это хорошо, что вы знаете, джинсовская масса не про это. Джинсовская масса, когда определяется, вот когда она сжимается, вот это тут. Нет, а это вот сейчас мы вы получите то замечательное утверждение, которое я сформулировал, что светимость звезды на главной последовательности зависит только от ее массы. Понятно. Ну вот, значит, g на массу квадрат на r равно полной энергии. А полная энергия есть число частиц на температуру, которая в моем курсе всегда в энергетических единицах. Постоянная Больцмана равна единице. То есть Т измеряется там в эргах, в электрон-вольтах, ну, понятно. Энергия. МВ квадрат пополам, средняя энергия частиц. Так, что у нас светимость? Светимость, значит, эту формулу тоже школьная совершенно, никто ее не отменял. 4π r квадрат сигма Степана Больцмана на Т в четвертой. Но неприятность состоит в том, что вот температура, которая здесь, и температура, которая здесь, она абсолютно разная. Потому что поверхностные слои 6000 градусов, все, наверное, помнят. А температура там средняя по звезде, она там миллионы градусов. Но, значит, тонкость состоит в том, что
все основное энерговыделение, причем вот мне говорили, я не считал, можете оценить, значит, энерговыделение из единицы объема в звездах – это прелые листья. То есть светится много, потому что объем очень большой. Но все равно энергия вся выделяется где-то на 10% радиуса, и тогда поток через любой радиус – это константа. То есть если бы могли вот здесь вот поставить пластинку, лабораторию, ну, понятно, тут же все будет уничтожено, то внутри вы увидели бы следующее, что у вас на самом деле почти ровно столько, сколько светит изнутри, светит и в другую сторону. Если бы мы поставили вот здесь пластиночку, то столько, сколько энергии идет снизу, примерно было бы столько, сколько идет сверху. Но чуть-чуть снизу больше. И это именно тот поток, который выходит. Поэтому светимость можно вот так написать. Да? Разность двух температур. Эту формулу никто не отменял. Значит, чуть пониже, чуть повыше, у вас будет вот такая форма. Так. Значит, ясно, что сигма Т в четвертый, Т четвертый минус четвертый, значит, будет порядка, ну, четвертый мы не будем писать. Значит, это порядка Т в четвертый, не, производная, да, нам нужен производный здесь. Значит, то как раз то, что я вас Т в четвертый 2 минус Т в четвертый 1 будет примерно Т в четвертый. Ну, давайте так напишем. ДТ по ДР. И вот на это дельта Р. Ну ладно. Четверку тоже написано. Тогда вот эту производную, мы можем заменить на Т делить на радиус звезды. Для центра. Поэтому здесь будет Т в четвертый, а здесь будет R. А вот дельта R какую взять? Какую я должен взять дельта R? Да, вот то расстояние, на которых я мерю разную температуру. Нет, вот в том-то и дело. Вот это замечательная вещь, что светимость звезд не определяется темпом ядерных реакций. Она определяется прозрачностью внутренних слоев. Прозрачностью, которая определяет вот эту величину дельта R. Но с чем она может быть связана? Нет, конечно, с концентрацией праздно. Но нам нужна длина. Это все-таки будет не корень кубический из концентрации, но из обратной концентрации. Значит, длина нужна какая-то. Длина кого? Значит, вот у нас линия. И вот здесь летят фотоны сюда, летят обратно. Длина волн фотонов, длина пробега фотона. Длина пробега фотона зависит от концентрации. А здесь у нас вот формула соответствующая, мы немножко с ней уже возились. Вон она. Это же время комптоновского рассеяния. Помните, у нас было? А время кантоновского рассеяния сигма-томпсоновская константа. Нам сейчас только пропорциональность нужна. И на концентрацию.
Все. Значит, дельта R мы пишем. Единица. На сигма томпсоновская это константа. Так, и на концентрацию. Концентрация, ну, поскольку звезды в основном состоят из водорода, то есть из протон, то есть из протонов и электронов, то это просто концентрация. А ее мы как можем определить? Смотрите, у нас вот n уже там стоит, видите? На объем, да, 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 это будет концентрация. Но удобнее вам понадобится, значит, вы знаете массу звезды, нам через массу надо, и радиус. А поскольку состоит в основном из водородной плазмы, то протоны, масса протонов. Правильно? Значит, напишите там соответствующее выражение, чтобы вы написали. Значит, концентрация нам нужна. Через массу. Число частиц. А число частиц как будет? Число частиц будет... Какое будет число частиц, если известна масса? Масса. Ну, нет, ну, масса звезды на массу протона. Вот это будет... Да, вот это будет... Ну все, по-моему, все уже достаточно, чтобы получить необходимую... Значит... Все, тогда, значит, вот ваша задача состоит в следующем. Вот это я даже не показываю. Значит, L. Значит, у нас есть, во-первых, соотношение. Gm квадрат на R равно nt. Так. Это первое соотношение. А величину, которую мы должны найти, это будет r квадрат, t в четвертый и на r, значит, t в четвертый на r будет, правильно? И здесь единица на концентрация сигма томпсона. L. Ну и еще сигма Стефана Больцмана, тут это констант. Это нам не важно. А здесь концентрация. Все, надо подставить концентрацию, которая у вас есть, да? И воспользоваться вот этой формулой. Трудитесь. N, значит, есть m на массу протона, значит, одна масса сократится. Должны выразить, вы должны увидеть, что в итоге будет только зависимость от массы, а никаких других не будет. А? Да-да, именно светимость. Что вот эта буковка L, когда вы сюда подставите концентрацию, и выразите температуру вот отсюда, вы увидите, что радиус сократится. Не будет там радиуса. Значит, у меня вопрос, будет масса в какой степени? Нет, концентрацию мы как делаем? Концентрация. Это число частиц. А число частиц у нас масса на... Масса протона, правильно? И на R в кубе. Ну вот и надо сюда это N вместо N подставить вот это. Да, остается только масса. В кубе, да. Ну, потрясающе, да, по простоте. И вот вам картинка, которая показывает, что, по крайней мере, я сейчас не помню, там, какой из этих ветвей прекрасно это удовлетворяет.
То есть оказалось, что светимость звезд определяется прозрачностью внутренних областей. Тут тоже некие замечания. Вы знаете, что можно переносить энергию излучением, как мы вот здесь предполагали, а можно конвекцией. У Солнца внешние слои конвекцией, но внутренние слои, они излучением, и поэтому это справедливо. Значит, вот вы видите, по переносу, да? И вы, ну, вы видите, что вот эта зависимость очень прекрасно работает, поэтому очень грубо можно вот такую форму написать. Вот такую форму. Очень просто. Значит, возвращаясь обратно, мы можем сказать, вот на диаграмме Гершфельда-Рассела значит, мы, следовательно, можем четко сказать, что самые массивные звезды – это вот с той стороны, а здесь самые маломассивные. Солнце – это же 8, где-то вот здесь. А раз светимость зависит от массы, то понятно, что звезды ранних спектральных классов действительно живут мало. У них очень большая светимость звезд. И поэтому вот на астрономических факультетах есть прямо такие лабораторные работы. Рисуется цвет, вот прямо букву С напишу, а здесь светимость. Да? И рисуется диаграмма Гершфельда-Рассела для какого-нибудь старого скопления. Что происходит у старого скопления? Значит, если звезды, а так действительно бывает, рождаются в какой-то момент в какой-то области, они рождаются, значит, с разными массами. Но массы, звезды с большими массами, они быстро эволюционируют. У них происходит там перестройка, они начинают пухнуть, а внутри у них, наоборот, более плотная сердцевина. За счет того, что она пухнет, начинает излучать больше, значит, они переходят в стадию гиганта. Потом, когда уже это все сбрасывается, оболочка остается как раз белый карлик. Вот сюда. Значит, это означает, что если вот была главная последовательность, и примерно звезды родились в одно и то же время, то вот эти звезды перейдут сюда. И диаграмма Гершфельда-Рассела выглядит вот таким вот образом. И вот там Плеяды, Диады, эти вот старые звездные скопления, которые летят, они, у них диаграмма свет-светимость вот именно так. И вот по этой отсечке определяют возраст скопления. И это вот мы получили просто на пальцах действительно вот такую вот совершенно замечательную зависимость. Вот это вот форма. Так, теперь у меня не да, еще гамовский пик. Это хорошо. У меня надежда не дойти сегодня до Чандрасекаровского предела. Так, теперь хотя бы несколько слов про сам солнечный цикл. Значит, вот у Солнца, то есть у звезд не очень горячих, не очень холодных, ну, примерно половина идет вот по этой стандартной, самой простой, самой очевидной реакции синтеза. Значит, два протона в дейтерии, электрон, да, нейтрино, значит, тут все правильно, и выделяется вот столько энергии. Потом дейтон с протоном делит 3, гамма-квант тоже энергия. И потом 2 делит 3, делит 4, 2 протона, вот выделяется энергия. Вообще эта история, значит, была очень драматическая. Не оптическая астрономия началась с опытов Дэвиса
который успел получить Нобелевскую премию, это вообще с 50-х годов. Значит, Дэвис использовал хлорный детектор. Где он здесь? Вот написано, видите, хлор. И мерил нейтрино. Значит, атом хлора, очень слабая реакция, это не сильное взаимодействие, это слабое взаимодействие. Но они происходят, из хлора получался аргон, и просто вот этот радиоактивный аргон поштучно, потом радиоактивным образом выдергивает. В какой-то соляной шахте огромная канистра, может быть же. Тут тоже залезть в интернет, посмотреть. Значит, проблема состояла в том, смотрите, что основной вот этот протон-протонный цикл не захватывался. Вот это основной поток нейтрино, видите, идет протон с протоном. Это реакция... Зависит, конечно, от энергии частиц. Значит, вот... Где моя полка? Вот, видите? А хлор позволял больше энергии только ловить. Не было реакции. И ловил он... Вот боров, вот берили тут бор. Бор это... Тут я не написал, к сожалению. Это еще цикл. Тут, где у меня его нету? А, вот он. И то это какой-то не самый, какое-то ответвление от этого цикла. Второй вот тут написан, это ЦНО так называемый. Когда, значит, смотрите, С является катализатором. Видите, углерод с протоном. Натрий, 5С13, опять водород, и в итоге опять остается углерод, но из протонов, которые там пришли, получается гелий. То есть это тоже из водорода гелий, но вот таким вот хитрым способом. А здесь, как вы видите, это какие-то боковые эффекты, поэтому было, ну, а боковые, конечно, считаются не столь надежными. Было вот долгое время, в общем, большие проблемы. То, что называлось стандартная солнечная свеча, ну, потом разобрались. Во-первых, вот оказалось очень перспективный галлиевый детектор. И галлиевый у нас работает на Кавказе. Галлий германия. Из галлия. Галлий очень забавный металл. Если его взять, он, значит, у него температура плавления 26 градусов. То есть он на руке тает. Вот. И вот галлиевые детекторы стоят там перед Эльбрусом на Донбайе. Там прямо поселок называется Нейтрино. Вот они вот это вот считают. Там была проблема замечательная, что получалось нейтрино ровно в три раза меньше. Ну вот это, ну да, осцилляция нейтрино, уже это все знают. А когда я был в вашем возрасте, это еще вот не было понятно. Все как бы. Значит, вот хлорный детектор, галлиевый, и еще, значит, есть установки на воде. Ice Cube. Да, конечно. Значит, во-первых, на воде Камеоканда, потом Ice Cube, это на Южном полюсе используется лед, и на Байкале. Где? На Байкале, да. Нет, на Байкале сейчас они запустили, сейчас вроде там все нормально. Значит, вода существенно лучше, чем лед, по одной простой причине. Вы можете, значит, засунуть детектор и вынуть его. Во льду это невозможно, потому что, ну, Байкал, конечно,
Это все делается зимой, но внутри-то вода, понятно. И поэтому вы опустили, подняли. А во льду вы можете туда засунуть детектор, но он тут же замерзнет, и вытащить вы его, а когда глубина километра, значит, понятно, все одноразово. Но, тем не менее, есть преимущество у льда тоже. Значит, вот это область гораздо больше энергии, видите? Здесь сколько? 1 МЭФ, здесь 10 МЭФ, а здесь, значит, ну, так, с некой, с точки зрения, это примерно одна и та же энергия. Но, значит, Кашиба – это, значит, лидер японской группы Камиоканда водяного. Вот они получили Нобелевскую премию вдвоем за развитие нейтринной астрофизики. Конечно, это была совершенно замечательная вещь. Теперь вот здесь вот я снова возвращаюсь к этой замечательной детали, что если бы физически постоянные были немножко на 20% другими, то ничего бы не было, потому что, видите, все идет через дейтерий. А дейтерий, да, это же два. Сейчас, а почему тут? А, ну да, два протона должны столкнуться, правильно? Два протона должны столкнуться. Они отталкиваются электрическими силами. Поэтому потенциал взаимодействия двух протонов вот такой вот. Это просто электромагнитная сила отталкивания, да, но энергия взаимодействия. Да? А потом вот эта ямка, уже связанная с ядерными силами. И вот, если бы не было квантовой механики, во-первых, тоже ничего бы не было. Потому что с классической точки зрения я могу пройти только вот так вот. И тогда энергия у меня 500 килоэлектрон-вольт. И вот для соответствующих температур это минус 500, экспонента минус 500. И ясно, что этого не может быть никогда. Но мы знаем, что возможно туннелирование. И вот про туннелирование мы сейчас чуть-чуть попозже просто уже с формулами посмотрим. Но важно то, что вот эта яма, помните, мы говорили, она очень мелкая относительно. И уровень соответствующий лежит вот здесь. Тут, по-моему, 30 МЭФ, а тут 2 МЭФ. Помните, мы это обсуждали? Что в трехмерии нету уровня, если яма потенциальная слишком мелкая. И вот это вообще почти на пределе. Эта ситуация почти на пределе. Вот здесь вот для другого. Это вот для этой, наверное, реакция. Вот видите, то же самое, этот кулоновский барьер. Да, ядро-то заряжено. Ну вот. Здесь, помните, мы уже это имя у нас возникало, Антон Гамов. Ему принадлежит, вот, собственно, помимо того, что он объяснил альфа-распад, туннелирование. Он точно так же туннелирование объяснил и выделение энергии. Вот давайте чуть поподробнее. Правда, боюсь, что сколько у меня тут формул про это. Ну, давайте помучаемся, что называется. Еще задачку порешаем. Там какой смысл? Чтобы хотя бы немножко вы повозились. Значит, какая у нас была формула? Помните, у нас была формула поток, который проходит через потенциальный барьер. И он для прямоугольной ямы был вот такой. Мы прямо считали, помните? Идет синус, потом экспонента, потом опять синус.
решали уравнение Шрёдингера. И ответ был вот такой. Что поток падает вот в такую экспоненту, где U – это энергия, высота барьера, эпсилон – это энергия. L – длина. Понятно, да? Ну, то есть мы решали уравнение Шрёдингера вот с такой вот потенциальной ямой. Здесь решением был синус. Здесь было экспоненциальное падение. И здесь опять синус. Понятно, по идее, да? Значит, здесь нас на первый взгляд подстерегает неприятность. На самом деле она очень проста, значит, просто решается. Значит, смотрите, у вас мы знаем решение для прямоугольной ямы. А что нам делать, если яма зависит в другую сторону? Давайте вот так нарисуем. О. Если потенциальная яма зависит от... Ну, от расстояния. Мы же... Ну, вот здесь нарисовано. Мы отсюда идем, а потенциал у нас растет. У растет. Оказывается, все очень просто. Ведь это же есть вероятность, да? На величине дельта L, вот когда я пишу S, равно S0, а тут экспонент, вот давайте маленькую величину возьмем. У нас будет минус, тут что-то, а тут вот возьму величину дельта L. На маленькой длине дельта L я могу считать потенциал константы, правильно? Тогда поток будет устроен таким образом. Тогда я сделаю, я совершенно ясно, что у меня будет S, там конца будет S0 на экспоненту дельта L1, на экспоненту дельта L2 и так далее. Правильно? Каждый кусочек. Да, разбили нормально. Правильно? А экспоненты. Произведение экспонент. Вы пишете экспонент, а там появляется сумма. А сумма что у нас будет? А будет интеграл. Понятно, да? То есть очень просто перейти от этой формулы уже к точной вот этой. Там будет просто интеграл. И все. То есть мы решали задачу для постоянного потенциала, но ничего, ну, когда мы рассматриваем потенциал, который зависит уже от радиуса, нам просто нужно заменить вот эту, то, что стоит в экспоненте, на интеграл. Правильно? Очень простая вещь. Тогда, значит, наша задача состоит в следующем. Нам нужно посмотреть, насколько поток упадет. То есть нам нужно посчитать вот такой вот интеграл. Правильно, что? Куда нам торопиться? Значит, хорошая задача. Значит, мы должны посчитать, ну, я напишу экспоненты, чтобы было понятно. Вот так вот. Здесь минус, а здесь у нас какой интеграл получился? 2m, да? У чему равно? У равно e значит, e квадрат на r, да, и минус энергия. И на dl, правильно? Ну что? Да, да, еще под корнем, правильно. Да, вот это вот все под корнем. Так, вот наша задача сейчас, по крайней мере, понять, откуда вот такое вот выражение возникает.
Значит, давайте смотреть. Так, во-первых, вы сами думаете? Сейчас нам нужно показать, что вот этот вот интеграл сводится вот к такому выражению, где вот это есть просто некая константа. Да, еще тут h мы не забыли. Мы h забыли. Да, и здесь масса протона, да? Здесь важно еще откуда и докуда. Вот смотрите, важно еще вот что. Смотрите. Мы интегрируем это вот от этой точки, правильно? Вот от этой точки. Там, где вот это вот равно нулю. Ну вот, у нас какая-то энергия. И интегрирование начинается вот в том месте, где энергия равна потенциалу. Правильно? И этот R будет равен E квадрат делить на эпсилон. И вот здесь вся хитрость состоит в том, что, вот, по-моему, сейчас вот мы проверим. А тут вот, ну вы знаете, в интегралах либо, ну бывает, конечно, не так, но обычно либо верхняя главную роль играет, либо нижняя. Вот предположим, что... Если так, то я должен вот сюда это написать, да? E квадрат делить на эпсилон. Вот так я должен написать. Это же больше радиус. Правильно? Да? А начало, вот у меня ощущение, что вот он не повлияет. Чтобы вот это получить. А теперь, значит, мы что делаем? У нас же... Значит, вот такая величина, давайте умножим и разделим вот на нее, чтобы был интеграл до единицы. Понимаете, да? Чтобы был интеграл до единицы. Значит, тогда мы на это вот множим e квадрат эпсилон. И делим. И вот он корень и пошел. Видите? И делим на эпсилон. Понятно, да? И на e квадрат. Умножил, разделил, e квадрат делить на эпсилон. И ввожу переменную, которая есть L эпсилон, на e квадрат. Правильно? А? Да, верхним пределом я стал единицей. То есть до конечного величины. А здесь, значит, что у нас в знаменателе эпсилон, да? А, ну вот это вот так и есть. А здесь я выношу корень из эпсилона. Видите, да? То есть я вынес корень из эпсилона. Это же число. Корень из эпсилона вынес. И тогда у меня получилось что? Единица на х минус единица, правильно? А это уже просто ни от чего не зависящий интеграл. Ну, только с коэффициентом. Он порядка единиц. Здесь у меня корень из эпсилона, и здесь эпсилон. Значит, ответ получился единица на корень из эпсилона. Ну, вот. Здесь я вынес корень из эпсилона, а эпсилон здесь из нормировки. Вот он пошел сюда. Но это можете добить сами. Я читал учебник, в котором подробно рассказывается про поправку, связанные с нижним пределом интегрирования.
Понятно, да? Но основная идея понятна, да? То есть оказывается, что основной интеграл набирается вот здесь, вот, с этой стороны. Так? Тогда он выглядит вот таким вот образом. И у нас поток, который проходит через потенциальный барьер, устроен таким образом. Все, вот мы прям получили. То, что тут такая комбинация собирается, видите, у нас уже все есть. И масса протона, и H, и E. Нет, ну вот это вот констант. Видите, у нас здесь все есть. И масса протона, и H, и E. Где E? Вот E. Ну, по размерности должна быть энергия. Ну вот, видите, тут возникла опять. И видите, тут стоит буковка гамма. Это как раз гамовская энергия. Называется гамовская энергия. И она, конечно, гораздо меньше. То есть вы видите, что поток будет достаточно большой, когда энергия не равна вот этой максимальной величине, а гораздо меньше. Теперь это только полдела. Это только полдела, потому что скорость реакции зависит от двух факторов, которые как раз работают в разные стороны. Значит, от энергии, то есть от температуры. У вас, если температура большая, то есть неправильно, прошу прощения, зависит от энергии частиц. И если энергия частиц большая, то мы с легкостью проходим потенциальный барьер. Но у нас таких частиц мало. Это на хвосте максвеллской функции распределения. А там, где частиц много, они должны проходить через потенциальный барьер. И где-то есть максимум, естественно. То есть скорость реакции, есть произведение вероятности прохождения через барьер, который мы фактически посчитали просто до конца, на количество частиц, а это просто, извините меня, максимум. Ну и тогда, как говорится, любой человек может определить максимум этой кривой. И вот это называется гамовский пик. То, что понял Гамов. Вот Гамов. Георгий Антонович. Антон, слава Господи. Вот. Значит, вот ничего не стоит получить энергию максимум. Энергия максимум, вот выражение. И поток, а скорость реакции, ну, надо проинтегрировать это. Тоже это все, естественно, делается. Вот такое простое понимание, как устроить. И важнейшая вещь состоит в том, что это все происходит на хвосте функции распределения. Потому что если бы это было не так, то все бы сразу, естественно, выделилось со страшной силой. Значит, у вас энерговыделение ядерных реакций звезд на хвосте распределения. Очень слабо. И происходит естественное равновесие. То есть, если у вас есть какое-то равновесное состояние, что это означает? Вы сжались, у вас повысилась температура. Повысилась температура тут же, очень сильно. Видите, там же экспоненте. Ну, тут, правда, степень 1/3, но все равно вы повысили температуру, у вас упала экспонента, она с минусом, значит, у вас сразу повысился поток, давление увеличилось, все расширилось. И, кстати, есть область, слыхали, наверное, такие звезды-цефеиды,
Вот есть пояс неустойчивости. Эта вещь на самом деле очень нетривиальная, потому что там играет роль, мы же поняли, прозрачность существенная, да? А прозрачность зависит от ионизации. И вот в этой вот области есть полоса нестабильности. Солнце здесь находится, а вот здесь находится полоса нестабильности. Потому что у вас охлаждение и рекомбинация. А как только рекомбинация, вы можете поглощать только в линиях, задерживать свет. Не на свободном электроне, который может любую энергию. Ведь камптоновская вот формула, которую мы использовали, да? Камптоновская длина волны. Господи, я уже заговаривался. Прошу прощения. Томпсоновское сечение. Я чувствую, вы не понимаете, что я говорю. Прошу прощения. Томпсоновское сечение, да? Помните, как мы считали? У вас был свободный электрон, он колебался поле волны, излучал свет. И мы, собственно, вот эту именно длину использовали, когда определяли светильник. А если вы охладились, у вас произошла рекомбинация, электрон уже сидит в атоме, он может поглощать только на определенных частотах, уже давление не действует. Понимаете, да? Не толкает электрон, а за ним протон. Помните, единотоновская светимость в чем состояла? У вас давление на электроны, а они тащат протон. А здесь электрон привязан к атому, он не на всех частотах излучает. Большинство фотонов уже проходит, значит, теплового давления нет. По крайней мере, вот излучение. Вот. Ну, то есть там часть давления связана с излучением, часть давления связана с давлением. И поэтому у вас все начинает сжиматься. И вот условия, когда это неустойчиво, это вот есть пояс нестабильности вот здесь. И вот здесь есть звезды, которые сыграли огромную роль в астрофизике и в космологии, цефеиды, у которых есть замечательное свойство, что период колебаний зависит от амплитуды, то есть от светимости, абсолютной светимости. Поэтому, если мы смотрим на эту звезду и видим период, мы знаем, какая у нее абсолютная звездная величина. А зная, да, совершенно верно, это есть ключевой способ измерять расстояние, вот линейку расстояний самых ближних. То есть самые ближние – это параллакс. Просто видят, как звезда немножко ходит за счет того, что мы вращаемся вокруг Солнца, и звезда вот так вот двигается. Собственно, параллакс – это и есть, то есть парсек – это и есть, значит, расстояние, когда соответствующий угол есть секунд. Как известно, правильно? То есть на самых ближних звезды определяются по параллаксу, на них был откалиброваны цефеиды, там, к счастью, достаточно таких звезд. Следующая цепочка – это цефеид. Понятно, да? У цефеид, конечно, параллакса никакого нету, а вот по периоду вы можете определить абсолютную звездную величину, ну, то есть расстояние. То есть вот… Нет, все правильно. Это уже самое дальнее. Да? Нет. Это сверхновые, как самые мощные объекты, в смысле выделения энергии, они как раз вот самая дальняя цепочка в этой всей истории определения длин. Да. Именно так и было, именно так по сверхновым вот расширение, ускоренное расширение Вселенной,
Хотя, значит, не все с этим еще согласны, но не знаю, как это будет. Но почему могу сказать? Потому что, да, сверхновые первого класса 1А, они очень похожи, потому что это вот следующий, не хочу сегодня этим. Следующая тема у меня Чандрасекаровский предел, но я, по-моему, справился со своей задачей и не дошел сегодня до белых карликов. Это будет, значит, следующая тема. Сверхновый типа 1А – это когда белый карлик превышает Чандрасекаровскую массу и коллапсирует. Но вот мы увидим, что на самом деле Чандрасекаровская масса очень сильно зависит от, немножко забегаю вперед, от химического состава. И она равна 1,4 масс Солнца для солнечного состава. А когда вы смотрите космологию, то это все очень далеко. И значит, давно. И там мог быть химический состав другой. Но люди это вроде учитывали, вроде они это все учли, но есть люди, которые утверждают, что они не все учли, я просто... Ну, они обычно там особенно громко выражают свое недовольство, но сказать, насколько их возражение существенно, я не могу. Вот. А так, конечно, сверхновая, вот это 1А, это последний вот это. Нет, потом, ну, есть еще вот по красному смещению галактик. Да, как определить. Нет, но все равно это способ определения расстояний, но вот он на этих уже масштабах, он уже двойка, порядка 100%. Поэтому там очень трудно вытягивать эти статистические. Это вот разные группы, у них разные результаты, они спорят и так далее. Вот. А так, да, значит, параллакс, потом цефиды, и потом уже фактически вот. Так, все, значит, я не хочу больше рассказывать, иначе в следующий раз что у нас? Чандрасекаровский предел подробно, нейтронные звезды, вот эти сверхновые как раз, черные дыры, эффект Хоттинга, квантовый предел, ну вот как раз на лекцию, если вот так же медленно. Так, задача здесь тоже, пожалуйста, прекрасная задача. Ну, это ладно, как говорится, дифференцировать. Это просто. А вот эту формулу вот, получить. Ну, мы ее уже фактически получили. Видите, да? Да. Да. Значит, этот интеграл тогда берется. Наверное. Может и нет. Не, ну, по крайней мере, корень из эпсилона мы получили. Видите, да? Так, ну ладно, тогда, значит, давайте мы на этом кончим.